Здравствуйте, it's not Арина, и сегодня на примере двух опытов я докажу вам то, что вода может течь не только вниз, но и вверх. Поехали! Ну а для первого опыта нам понадобится 2 стакана и салфеточка. Теперь в один стакан наливаем воду и подкрашиваем. Сворачиваем салфетку и одним концом вставляем ее в стакан с водой, а другим в пустой стакан. И наблюдаем результат. Следующего опыта нам понадобятся цветные маркеры, бутылка с водой и салфетки. Разукрашиваем салфетку цветными маркерами. Ну а что происходит тем временем с нашим первым опытом? Теперь засунем нашу цветную салфетку в бутылку с водой и тоже наблюдаем результат. Ну вот и результаты второго опыта. А вот и первый. На дне стакана можно увидеть воду. Опыт удался. Ну вот мы доказали то, что вода течет не только вниз, но и вверх. А сейчас слово предоставляется Сашульке.